Хей, йога, СМшники, мы продолжаем пройти руку на Энворте. Короче, полетели, мы с вами получили новую способность. Это огненные руки. Скорее всего, мы можем поджигать врагов и еще что-нибудь делать. Ну, урон там 28. 28 это очень маленький урон, понятное дело. Я даже не знаю, что он мне позволит сделать такого. Так, ладно, поехали наверх. Поехали наверх. И чё? Ноу против пенанс. Не шарю. Сори, не шарю. Так, хорошо. Но у нас тоже получается, там просто проход закрыт. Отлично. У нас есть телепорт. Это главное. Ну, короче, да, мы где-то были на подмостках. Непонятной локации. Нам нужно против токсика что-либо. А, полетели. Стоять, а тут что у нас? А что тут у нас? Давайте, если что, испробуем мы новые руки. Точно. Хорошо, тогда сейчас быстрое перемещение и куда-либо телепорт. Хорошо, хорошо, хорошо. Что? Вот здесь у нас еще, я вижу, два прохода есть. Куда? А у нас там что было? А уже никто и не вспомнит. Окей. Тогда давайте сюда отправляться. Да. Да, да, да. Пойди. А, здесь как раз эти сейчас будут. Паучихи. Я на них испробую руки. Ну, в принципе. Да ну не, камон. Подожди. У меня лук будет больше наносить, чем ты. Не-не-не-не. Так, хорошо. Теперь вниз. Я немножко подгорел. Плевать. Просто пройдусь. Короче, я понял, лапы у нас такие. Стоять. А давайте я на них попробую душу заюзать. А-а-а. Ой. Больно. Нет. Лучше арбалет. Лучше арбалет.
Хорошо. Плюс левел оп. Здесь у нас была длинная дорога. А, вот где у нас корни были. Я почему-то думал, что наверху. Пол шелд. Вот там вот. Там. Не времени. Еще бы понимать, что она дает. А, так, привет. Добро пожаловать в этот. Не желаешь что-нибудь купить? Хочу. Lord Sun's Memory. Хавчик. King Soul's Flame. Делает огненные души. Стамина регенерируется намного быстрее. Ну, блин, из-за того, что я не могу хавчик поставить на какую-то определенную кнопку. Это сильно портит все. Почему я не могу тебе поставить на циферки какие-то? Нет, я хочу тебя поставить на цифру. А не юзать. Это от токсика меня так? Что? Чё-то я не врубился. Окей. А почему я в одном месте нахожусь? Куда я вообще делся? Я вот этого момента не понял.
Окей. Я ж вообще не врубаюсь. Что происходит? Нет, стоять. Мне нужно стамину восстановить. Кто я вообще попал? Я понимаю, что я здесь. Мне кажется, я хожу немного по кругу. Ага. То есть я вернулся в тупик. Пиздец. Как мне отсюда выбраться? Зачем так сложно? Я не вижу теперь этих линий. Фу. Как? Что за фигня? Где мои линии? Ладно, поехали. А такой высоты нельзя урон получить. Хорошо. Хорошо. Окей. Куда мне дальше идти? Теперь пытаемся вернуться обратно. Так. Перехерячим на ту сторону. Хорошо. Это опасно, ребят, потому что я не знаю, где костер и почему я вообще здесь нахожусь. Почему я здесь вообще нахожусь? Вот типа сейчас показывают, а тогда почему не показывала? Типа слишком темно было? Вот основа.
Это лифт, да? Как я понимаю. Ага. Круто. Ребят, я заблудился. Что вам сказать могу? Я заблудился. Буду с вами честен. Буду честен, буду откровенным. Я не знаю, куда мне идти. То есть везде тупик, понимаете? Типа вариант, куда я мог пойти, я уже просрал. Типа, камон, а куда мне идти? Может, мне нужно поджечь что-то? По ним можно было лазить? GG. GG, я проебался. GG, ребята. GG. Ё-моё, серьезно. Серьезно. По ним можно было лазить. Нет, после такого, конечно, у меня бортёрт. Ну как, у меня даже не бортёрт. Я просто даже не ожидал такого. Я даже такого не ожидал. Я такого, блядь, даже не ожидал. Ну, кто мог знать? Я нет. Я точно не мог знать. Но теперь я буду знать. Что это у нас были мосты. Что это у нас был мост. То, что это у нас был мост. Окей. Типа мне суператаки достаточно, чтобы его убить. Окей.
А я в тупике. Я тогда в тупике. Снова же. Тихо, тихо, тихо. Окей. А, то есть я просто хуярю по лабиринту. Так я понимаю. Я так понимаю. Я бы разобрался. Чё, что да почём? Когда все остаёт на своих местах. Когда все остаёт на свои места. Херово то, что они взрываются. Сейчас еще понять, в какую сторону идти. Будет вообще замечательно. Эту херовину раздавить. А почему бы нет? В смысле? Ау-ау-ау. Так, я, кажется, нашел. Это серьезно, очень легко тогда прощает мне все. Или же нет? Или же нет? Ладно, пускай он пройдет, этот корнеплод, и я пробегу. Блин, так это... Это серьезно жестко. Хм. А, нет, там есть куда спуститься. Ну, смотрите, он не трогает, когда вас не видит. Да, мне получается просто ниже-ниже нужно спускаться. Ну и пока донизу спущусь, у меня уже...
Стамины не будет. Здрасте. Здравствуйте. А у меня один хил. Здравствуйте. А это я где? Здравствуйте, здравствуйте. А куда нам идти? А если сдохну? Ладно, окей. Ну это королева. Поэтому и... Ай-яй-яй. А я пиздец горю. Короче, я врубился, ребят. Хорошо, я заюзал хил. Плевать. Ту-ту-ту-ту-ту. Ух. Ух. Как же это круто, когда... Давай я всё-таки... Нет, все-таки руки лучше. Руки все-таки лучше.
Вот ту-ту. Так, о, я сразу нашел, найс. Сразу нашел. Я все равно не знаю, как правильно использовать лук. Найс. Хорошо, пока что идет все хорошо. Если бы она сейчас заюзала, я бы сдох. Сука. Все изи, ребят. Я быстро нашел портал. И что ты теперь мне скажешь, а? И давайте я сразу прокачаюсь. Не-не, прокачаться. Подожди, там... А, не, показалось. Эталон. Прокачка, давайте прокачку. Изи. Изи, 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 изи. Так. Просто изички. Yes, yes, yes. А ну-ка. А, ну короче, я понял. Манайз? Типа я усложнил себе сейчас все. Тихо-тихо-тихо. Оп. Мне просто интересно, если я сейчас опять вернусь. Она меня встретит или нет? Типа мы ее закончили, можно считать, я закончу серию. А, да, вот. Портал. Даже так.
Ну окей, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.